Ну, очень вкусно. И кокос так ароматно пахнет. Невозможно удержаться. Всем привет! Вот что у меня получилось. А вот что я хотела. Но, к сожалению, при нагреве кето-плюшки превратились в бесформенную массу. Из другой половины теста решила сделать кето-пиццу. Теста у меня оставалось мало, поэтому пицца была очень тонкая, и вытащить из сковородки мне ее было проблематично. Но все-таки у меня и это получилось. Вкус необычайный, с тонким ароматом кокоса. Пицца может дополнить ваш обед, завтрак или ужин, или стать самостоятельным перекусом.